Как власть может поддержать малый и средний бизнес? Об этом шла речь на встрече заместителя председателя правительства Московской области Дениса Буцаева с предпринимателями Орехово-Зуевского района. Один из главных вопросов, который интересует многих предпринимателей, это получение областных субсидий на развитие бизнеса и компенсации затрат на ранее приобретенное оборудование. Как пояснил министр инвестиций и инноваций Подмосковья Денис Буцаев, в областном правительстве очень внимательно следят за данной мерой поддержки и всеми способами стараются упростить получение предпринимателями средств на развитие своего бизнеса. Также за последнее время появилось много новых мер поддержки малого и среднего предпринимательства. Мы создали по поручению губернатора региональный фонд поддержки промышленности. Будем выдавать деньги под 5% на 5 лет. Мы сохранили меру поддержки по модернизации оборудования, приобретению нового оборудования. Это было одним из также основных мероприятий, на которые рассчитывают наши предприниматели. Мы в настоящий момент работаем над упрощением порядка получения земли. На бесконкурсной основе предприниматели жалуются на то, что процедура очень сложна и длительна. На встрече с бизнес-сообществом был поднят вопрос реализации продукции местных производителей в крупных торговых сетях. Мы стучимся во многие сети. Вот практический вопрос, как вот многие очень не реагируют. То есть на маленькое производство, как бы, ну такое, то есть вот отношение. Здесь, по мнению министра, существует два варианта. Или объединяться нескольким предпринимателям в потребкооперативы, или открывать небольшие торговые павильоны, где продавалась бы исключительно продукция местных производителей.